Доброго здоров'я. У нас, дяку Богу, докопини. Валентина, помаши ручкой. Сегодня копать было не очень тяжело. Копали под... Вытрясли трактором картошку. Вот там видно. Сейчас я покажу картошку. Валя, ты заслоняешь всю картошку. Подожди. Вот. Хутор таких технологий не застал. Там садилась только под плуг и выкапывалась или плугом, или сошкой. Ну или мотоблоком. Уже сошкой. Вот. В прошлом году мы здесь копали польской копалкой. Сейчас вы ее видите. Это рассчитано, если я не ошибаюсь, на два тяжеловесных конских. На два тяжеловеса, тяжеловесных коня впрягалось. Вот, а такую копалку вот польскую, я думаю, не всякий и видел. Она даже не столько копалка, сколько бросалка на сторону. Вот. Значит, урожай, как у нас у Беларуси кажуть, амаль у два раза больше, чем у лета. Я бы сказал, вы по сравнению с прошлым годом. Все, остыка картоплю у нас отрымалася. Засталось прибрать зилле и можно идти на докопины. Пойду работать. Вроде картопля моя, а работаю все кроме меня. Я тут хожу с камерой. Ну что, картошку докопали, поле убрали, зилли или сорняки снесли. И у нас на канале начались тяжелые времена. 1 сентября. Оператор пошел в школу. И пошел во вторую смену. Так, хотя бы с утра можно было что-то поработать, а с вечера ли по... Можно было куда-то съездить, что-то поснимать. Как это сделать сейчас? Невозможно. То есть неизвестно. Невозможно. На сим мы закончим. Картошка покопана, осталось покормить. Пчел пролечить. И там уже будем какими-то делами заниматься более интересными. Все. Ты хочешь в кадр попасть? Кирилл? Кирилл? На этом мы закончим. Всего вам хорошего. До свидания. И мира вам.